Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Сан. Сегодня продолжаем рубрику построек, поехали. Не так давно я пообещал построить мусоровоз, итак, приступаем. Нам пригодится черный бетон, далее отступаем. Раз, два, три, четыре, пять блоков. Сюда еще пару колес, то есть у нас будет шестиколесный мусоровоз. Так, затем далее сюда ставим железные люки. Вот сюда, сюда. Сюда, сюда, здесь ничего не ставим. И затем вот сюда и вот сюда. Сюда ставим плиту из гладкого камня. И сюда также ставим плиты из гладкого камня. Так, сюда это также и этими же плитами заполняем. Так, эти же плиты ставим вот сюда, а сюда ставим плиты из каменных кирпичей. Так, сюда также плиты из гладкого камня. Впереди плиты из гладкого, из каменных кирпичей. Так, далее нам пригодится оранжевый бетон. Ставим сюда два блока, сюда оранжевую терракоту. Далее мы еще будем свой красный песчаник. Затем сюда также ставим два блока оранжевой терракоты. Вот сюда. И вот сюда оранжевую терракоту. Затем далее черные стеклянные панели. Делаем стекло. Вот здесь, вот таким вот образом. Сюда, сюда и вот сюда. Так, сделаем зеркала. Также сейчас мы сделаем переднюю часть. Нам пригодится рамка плиты от гладкого кварца. И как я сказал, рычаг. Натяжной датчик. Ага, ну и люк я уже взял. Так, люк из акации ставим вот сюда. Это у нас будет решетка радиатора. Так, рамку сюда, плиту, рамку, плиту. Так, сюда пару рычагов. Сюда каменную кнопку. Натяжной датчик вот сюда. И сюда оранжевое знамя. Вот таким вот образом. Так, оранжевое знамя, сюда натяжной датчик. И сюда затем эту каменную кнопку. Затем также те же самые кнопки мы будем использовать, только кнопки закации мы будем использовать для, для колес. Вот сюда ставим. Сюда, сюда. И также с этой стороны. Сюда, сюда. И вот сюда. Все вот это можно убрать. Так, эти кнопки также можно убрать. И это также нам дальше не понадобится. Так, далее нам пригодится стена из булыжника, серый ящик шалкера и печка, печка-наковальня и котел. Три вещи. А, ну еще сейчас сделаем крышу нашего мусоровоза. Так, крыша у нас будет сделана вот таким образом. Нам пригодится кирпичи из плиты из гладкого... Так, плиты из гладкого красного песчаника. Затем сюда ставим ступени из этого же материала. Кстати, делаем интерьер. Все. Так, вот сюда расставляем. Вот таким вот образом. А вот сюда ставим уже цельные блоки. Гладкого красного песчаника. Так, сюда цветочные горшки. Затем сюда ящики шалкера. Так, сюда две штуки ящика шалкера. А сюда вот таким вот образом развернутый. С одной стороны, неважно с какой делаем, ставим сюда стены из булыжника. И рычаги. Вот таким вот образом. Так, с боковой стороны ставим котел. Так, обязательно... Нет, не котел, а сначала ставим в таком порядке. Печка, котел, наковальня. Порядок тоже важен, и наковальню ставим вот таким вот образом. Это у нас, получается, различные инструменты, то есть хранилище для всех тех инструментов, которые связаны с уборкой мусора. Там грабли, лопаты и так далее. Затем нам пригодится гладкий красный песчаник. Ставим вот сюда один блок. И вот сюда тоже. А, нет, извиняюсь. Так, ставим сюда вот таким вот образом. Вот таким и вот таким. Затем сюда уже цельный блок. Сюда, сюда цельные блоки. Вот сюда тоже цельные блоки. Затем сюда ступени из гладкого красного песчаника. Вот таким образом развернутые, как я вам сейчас показываю. И с другой стороны также развернутые вот таким образом. Вот здесь надо обязательно вот так завернуть. Угу, хорошо. Так, далее гладкий красный песчаник нам также пригодится. Так, здесь ставим по два блока. Так, затем сюда ставим ступени. Вот сюда ступени. Затем сюда тоже ступени. И сюда гладкий красный песчаник. Так, хорошо. Сюда также гладкий красный песчаник. Ага, это мы сделали. Далее нам пригодятся ковры. И плиты.
Так, с ковром, ковры мы ставим вот сюда один ковер и вот сюда один ковер. Вот сюда не ставим ковер. А затем плитами мы просто покрываем всю крышу. Тут ничего сложного. Вот до этого момента. Вот здесь вот до этого момента. Здесь вот до сюда. Так, сейчас ставим еще одну ступень. А, ну и здесь просто заполнение черным бетоном. Ну, то есть это у вас какой-то уже внутренней части мусоровоза. Так, далее рамка на багровой доске. Сюда рамку. И багровые доски вот таким образом развернутые. Так, затем далее напрягаются таблички. Так, смотрите, таблички закации. Так, таблички закации проставляем вот сюда и вот сюда. Затем с этой стороны также вот сюда. И вот сюда. Еще здесь проставляем такую линию таблички закации. Почти декораций. И вот сюда еще. Так, здесь также делаем. Вступаем. Так, хорошо, это мы сделали. Затем сзади еще ставим вот здесь сюда таблички. И последняя деталь. Вот сюда еще одну табличку в качестве номера. Все, друзья, наш мусоровоз готов. Но есть еще пару дополнительных деталей. Я могу вам показать, как добавить. Давайте представим, что это у нас мусоровоз не, так скажем. То есть это именно мусоровоз, это частной компании. Допустим, там компания по переработке дохода. По переработке отходов, допустим. А не компания. Здесь еще можно расположить ее логотип. Можно также перекрасить его, допустим, какой-нибудь белый цвет, допустим. Здесь вот кого-то бы это у вас логотип, а это у вас какая-то надпись этой компании. И также сделаем с этой стороны. Вот так, вот так. И вот так. Так, еще сейчас я вам покажу вариант мусоровоза, который вот именно погружает там что-то. Для этого мы еще сделаем мусорный бак. Нам пригодятся искаженные доски. И искаженный люк. Представьте, что у вас мусоровоз приехал и уже там погружает мусор. Тогда ставим вот сюда два забора. Вот таким вот образом. Так, их открываем. Затем ставим сюда пару блоков искаженных досок. Не сюда искаженный люк. И вот сюда искаженный люк. Так, то есть кто-то у вас вот мусоровоз приехал, и он вот туда сейчас скидывает мусор. Вот таким вот образом. И да, друзья, мы получаем вот такой вот мусоровоз. Я надеюсь, что данная постройка вам понравилась, она будет полезна для вашего города. А теперь... Ой, подождите. Я уже сказал теперь. Нам еще надо добавить одну деталь. Табличка. И все, теперь наш мусоровоз готов. Я надеюсь, что данное видео было вам полезно и что эта постройка вам пригодится для вашего города. А теперь, всем вам спасибо за просмотр, друзья. Ну а с вами был я, Санж. Всем удачи, всем спасибо и всем пока. Кстати, не забывайте подписываться, ставить лайки и так далее. Вы знаете. Пока.